Уу! Привет! Меня зовут Василина, и ты смотришь передачу «Познавака». Для начала давай разомнемся. Вставай и повторяй за мной. Раз. Два. Три. Размялись? Сегодня мы с тобой узнаем, что такое комикс. Если полистать взрослую книгу, то сразу в глаза бросится, что в ней очень много текста и почти нету картинок. Для большинства взрослых это не проблема, а вот детям нравятся яркие книги с множеством иллюстраций. Ведь глядя на картинки, намного проще представить себе, про что написано в книге. Почти 100 лет назад появились журналы, в которых интересная история рассказывалась с помощью картинок и небольшого количества текста. Такие журналы называются комиксы. Именно благодаря комиксам мы знаем о супергероях. Стоп, а кто такие супергерои? Это мы узнаем в следующей серии. Новые ролики «Познаваки» выходят каждую субботу. А помнишь, про что была предыдущая серия? Давай посмотрим, жми на картинку.